Сейчас печальная новость. Ушел из жизни наш коллега, журналист РГВК «Дагестан» Нурмагомед Магомедов. Человек, который всю свою жизнь посвятил любимой профессии и людям. Он регулярно выезжал за пределы республики и помогал своим землякам. Благодаря материалам Нурмагомеда Магомедова, те, кто оказался в тяжелой ситуации, не отчаивались и получали поддержку. Многие годы наш коллега пытался восстановить дагестанский ипподром, ведь лошади были его любимыми животными. О них он знал больше, чем даже самый опытный жокей. Яркий и неравнодушный. Вот он ни к чему не относился равнодушно. То есть, если он брался за какую-то тему, он просто вот с головой туда уходил. Он не просто про нее рассказывал в своих фильмах, он пытался решить проблему, о которой он говорит, то есть подключать там различных людей. Он очень много делал материалов про лошадей, про коневодство в Дагестане. И даже вот через меня он пытался там главе республики, депутатам Государственной Думы передать там письма про необходимость возрождения ипподрома. Он много ездил, он очень был увлечен историей Дагестана, и вот это видно по его фильмам. Зрители с особой теплотой отзываются о его работах, где он показывал жизнь дагестанцев, живущих за пределами республики и страны. «Золотой мустанг», «Диаспора», «Земляки», «История Дагестана в лицах» – эти документальные циклы и отдельные фильмы Нурмагомеда Магомедова входят в золотую коллекцию фонда РГВК «Дагестан». Он всегда останется в нашей памяти как честный, отзывчивый и талантливый человек. Коллектив РГВК «Дагестан» выражает соболезнования родным и близким Нурмагомеда Магомедова. Ему было 52 года.